Привет-привет! С вами Наталья Страдубцева и традиционная рубрика «Смотрим новинки следующего каталога». А следующий каталог у нас будет номер 6. Вот такая обложка каталога будет действовать с 8 апреля по 28 апреля. Яркая, солнечная коллекция, которая нас ждет на страницах этого каталога, это новинки. И не просто так, как видите, цветовая гамма. Вся яркая, вся весенняя, солнечная, морская, зеленая, потому что после зимы у нас авитаминоз не только в организме, но и хочется уже больше ярких красок, чтобы быстрее появилась зелень. Поэтому новинки каталога такие витаминные, можно сказать. И давайте пробежимся, посмотрим с вами, что же я успела купить. Новинки, как всегда, быстро разбираются, поэтому вот что успела, то и покажу. Не все, конечно, то, что есть на страницах каталога, там очень много новинок. Смотрим, что есть у меня в наличии. Итак, начинается самые первые страницы каталога «Окунись в лето». Это у нас, конечно же, морская тематика. Серия «Океан свежий, акватический аромат». Это у меня мист для тела и большая упаковка – это пена для ванны. Послушайте, она просто мега огромная. 500 мл объем, артикул 3096, пена для ванны. Аромат не передает камерой, но он очень-очень вкусный, очень сладкие все новиночки. И сама обложка этих серий – просто великолепно. Даже так поставить и смотреть на нее уже поднимается настроение. А если пользоваться этим продуктом, то продлеваешь это настроение. Итак, в пену для ванны. Основной ингредиент, который здесь есть с этим запахом, это сок папайи, который бережно ухаживает за кожей, сохраняет ее мягкой, увлажненной на протяжении всего дня. Мега большой объем пены. 500 мл, а цена по акции получается всего 229 рублей. В магазинах точно такой цены нету за такой объем. Из этой же серии «Океан» я приобрела мист для тела. Его можно применять не только как мист для тела. Я его люблю ими пользоваться, распыляя не только на тело, но и на все лицо. Это увлажнение, дополнительное увлажнение кожи. Так и здесь. Можно в жаркое время на тело наносить, а можете просто на лицо, как дополнительное увлажнение. Ну и просто даже находясь дома, от батарей воздух сохнет, можете смело им пользоваться и дома наносить на тело, увлажнять тело, лицо, чтобы всегда оно было увлажненное. Объем у миста 100 мл, освежает кожу, насыщает ее влагой. Следующая у нас серия идет, это «Самба джунгли», «Самба дель Рио», серия «Джунгли». Экстракт пассифлоры восстанавливает гидробаланс, наполняет кожу влагой. Ну, то есть вся серия, связанная вот с океаном, с летом, она, конечно, направлена на увлажнение. Это основная фишка всей серии, чтобы кожа была напитана влагой и увлажнена. Здесь идет крем для рук. Давайте мы его откроем, посмотрим. Мягкий, быстро впитывает. Приятный аромат пассифлоры. Интенсивно питает и увлажняет кожу рук. Не оставляет липкой пленки на руках. Очень такой приятный. Да, мгновенно увлажняет. Вот увлажняет и питает. Два в одном. Прелесть. 75 мл. Попугайчик в данном случае. И здесь же из этой же серии я приобрела жидкое мыло. Объем у него 300 мл. Также содержит экстракт пассифлоры для ежедневного ухода за кожей рук. Следующая интересная серия «Самба дель Рио». Это у нас, конечно же, серия «Пляж». А пляж – это наше тело, это наша фигура. Первый продукт, который я хочу вам показать, это скраб для тела. Посмотрите, в баночке он имеет вот такой
как бы, ну, не расслоился, а вот есть одна основа, более густая, и более жидкая. Сейчас мы ее посмотрим. Не бойтесь, это все правильно. Объем 180 мл. Здесь содержится масло какао и масло бабасу. А масло бабасу, оно, это растение рода пальмовых. То есть больше оно относится к пальмовому маслу. Но если обычное пальмовое масло просто у нас питает и увлажняет, то масло бабаса – это вообще очень такой серьезный ингредиент, который более глубоко проникает в кожу, интенсивно питает ее и делает мягкой. Давайте посмотрим. Откроем. Так, вот, чтобы показать. Видите, жидкая основа, она пропиталась. Но на сайте написано, что так и должно быть. Прежде чем применять вот этот скраб для тела, его нужно смешать. Видите, она вот как бы отслаивается, но это нормальное явление. Не бойтесь, он не просроченный, он так и есть. Перед применением берем и смешиваем это, эту консистенцию. Мелкодисперсный скраб. Частички, что очень даже радует, потому что сейчас производители стали выпускать именно с мелкими частичками скраб, потому что, чтобы не травмировать кожу. Да, вот они. Такие. Я бы даже сказала, вот тут, наверное, еще и соль все-таки содержится. Не смотрела состав, не читала подробно, но вот вижу, что вот эта морская соль, белые частички, вот, скорее всего, на нее и похоже. То есть он получается соляной скраб. Но очень-очень приятно пахнет. И как раз-таки для тела просто великолепен. Что мы с ним делаем? Мы убираем с помощью скраба мертвые частички с нашей кожи, чтобы не было наслоения пирога ненужными частичками, а крем для тела проникал глубже в кожу и делал как бы свою задачу, выполнял. Закрываем его и переходим к следующему продукту. А следующий у нас продукт из этой же серии очень интересный. Крем для упругости ягодиц. А, и здесь вопрос, как бы только на ягодицы его использовать или же подойдет для всего тела. Но я думаю, что если полностью нанести не только на ягодицы, а и на ноги, то тело не обидится. А вообще, как бы, да, он предназначен для упругости именно ягодиц. То есть сначала интенсивно проходим по этой зоне скрабом с мельчайшими вот этими частичками, которые отлично полируют кожу и подготавливают для дальнейшего ухода и проникновения продукта глубоко в слой кожи. А это у нас крем, который делает день за днем кожу бедер и ягодиц более упругой, гладкой, подтянутой, быстро впитывается, не оставляя липкости. А что у нас в составе? В составе у нас все тот же экстракт кокоса и масло бабасу, которые мега питательными элементами в своем составе популярны. Глубоко проникают в кожу, насыщают ее витаминами и интенсивно увлажняют и повышают эластичность. Посмотрите, какая кремообразная текстура. Густой крем. Давайте, ну, вот он густой в баночке, да, за счет вот кокосового масла, за счет масла бабасу, который идет, пальмовое растение, пальма. Но он очень-очень быстро впитывает. Вот прям мега впитывает быстро и очень-очень такой мягкий. Если сравнивать, например, вот с этим кремом для рук, то именно крем для упругости ягодиц намного нежнее и намного быстрее впитывает за счет вот этого как раз-таки масла, двух масел. Интересная текстура, приятно пахнет, небольшая отдушка именно вот маслом, кокосовым маслом, это сразу чувствуется, кокосовое масло прям моментально чувствуется. Объем 150 мл. Яркие упаковочки, очень интересные. Следующий продукт, который у нас идет в новинке, это у нас мегапродукт, который появляется на страницах каталога. Это укрепляющий крем для бюста.
То есть у нас есть и для ягодиц, и теперь еще и здесь же одновременно выходит новинка, укрепляющий крем для бюста. А думаю, многие ждали эту новиночку. Объем 75 мл, содержит антигравитационный фитокомплекс из растительных экстрактов и ценных масел, чтобы грудь была подтянутая, ухоженная, способствует укреплению кожи груди, предотвращает преждевременное ее старение и совершенствует кожу и зону декольте. То есть смело можно наносить как на область груди декольте, так и, я думаю, что продлить на зону шеи будет не так страшно и вредно. Давайте посмотрим, что же здесь у нас, какая консистенция. Впитывает, да, впитывает быстро, хорошо. Так нежненькие такие руки становятся. Для области груди нужен, конечно же, деликатный крем, мягкий, чтобы было комфортно. И вот такой эксперт появляется у нас для укрепления бюста против гравитации. Следующая новиночка – это из моей уже полюбившейся серии. И уже идет уход за домом и за одеждой. Это спрей-пятновыводитель. У нас есть спрей-пятновыводитель, а теперь уже и в Суян тоже есть спрей-пятновыводитель. Плюс биоферменты содержит. Биоферменты, которые удаляют аж 30 пятен, разновидностей 30 пятен. Объем 150 мл. Итак, самое интересное, да, 30 видов пятен. Вот я сижу и задумалась, а какие 30 видов пятен у нас есть? Ну, давайте, какие основные-то мы обязательно перечислим. То есть расщепляет и устраняет пятна от жира, потом пятна от жирных и крахмальных соусов, чая, кофе, травы, пота, крови, ручки, туши. Ну, я думаю, даже и фломастеры сюда подойдут, тоже чернила могут выводить. А, естественно, там стойкие какие-то карандаши косметические, может быть, нечаянно там раз там ребенок взял и запачкал одежду. В общем, интересное, универсальное средство, которое будет помогать справляться от различных пятен. То есть обязательно он приживется на нашей полочке и будет нашей палочкой-выручалочкой. Вот такой вот спрей наносим на пятно. Ну, как обычно, да, у пятновыводителя ждем, когда подействует реакция, и убираем. Но это я вам так на диске показала, не на самом пятне. Содержит в своем составе энзимы, которые борются со сложными и застарелыми пятнами и помогает их выведению. Удобен для обработки воротничков, манжет, носков, рукавов и каких-то местных локальных пятен. Без хлора и без отбеливателя. То есть бережно относится к ткани, к структуре ткани. Вот будем тестировать, будем делиться опытом. Содержит традиционные корейские экстракты. И следующий гость из новинки серии Суян – это чистящая мусс-паста. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. 200 грамм объем. И будем смотреть. Новинка очистит везде, все и всюду, как гласит слоган в каталоге на эту пасту. Для любых твердых моющих поверхностей, плит, духовок, микроволновок, печей, внешних поверхностей, сковороды можно, кастрюли чистить, затем любую стальную посуду, раковины, ванны, подоконники. Вот отличное средство. Слушайте, вот эти все пластиковые подоконники, которые окна, их же практически ничем не взять. Настолько в них вбивается пыль, в их рыхлую поверхность, что как раз-таки вот эта паста будет нам и в помощь. Плитки керамическую оттирает, швы керамические, да, между плиткой, очищает белую подошву обуви, то есть все кроссовки, которые на белой подошве и не знаем, чем оттереть, вот как раз эта паста и будет палочкой-выручалочкой, которая вернет первозданный белый цвет подошвы.
для легкого очищения рук от сложных и обильных загрязнений. Причем самое интересное, даже вот мужчины, которые ремонтируют свои автомобили и сталкиваются с мазутом, как раз-таки для них тоже эта паста очень-очень хорошо будет помогать убирать мазут с руки. Открываем ее и смотрим, что же здесь такое. Вот такая густая паста приятного зеленого цвета. Ну, довольно-таки так, скажем, если понюхать, ну, паста есть паста, да, все-таки это не декоративная косметика, не средство для душа там с ароматами, с приятными, а это чисто вот такая бытовая, рабочая, скажем так, будет лошадка. И будем ее пробовать, тестировать в быту. Вот такая густая. Надолго хватит. Объем у нее будет, расход экономичный. Так, давайте я вот это все сотру. Вот новиночка. Наша паста. Ага, тут там-то она. Во, все, втолкнула. Думаю, как так? Оттуда было плотно, очень плотно, видите? Наша чистящая мусс-паста. Следующий продукт, который вышел, это долгожданная, наконец-то появилась серия декоративной косметики It's Collagen. Это рассыпчатая пудра. Содержит в своем составе коллаген, артикул 6830, которая дополнительно... А, я думаю, почему она не открывается, потому что она еще и вот здесь заклеена. Ну, как-то я так ее кручу, а она у меня не открывается, не хочет открываться. Так вот, давайте будем ее смотреть. Пуховочка. Пуховочка. А здесь она у нас имеет защитную пленочку, которую мы открываем. О, она немного такая, есть у нее цветовой пигмент. Смотрите, она не белая, она такая кремовая. Интересная. Ну, особого оттенка она не дает, то есть можно ее смело наносить на лицо. Это я говорю про то, если вы не любитель цветных пудр, которые имеют оттенок. Не всегда пудра уместна с оттенком, ну, чтобы дополнительно не перегружать лицо цветом. А вот это, я думаю, вообще шикарная будет пудра. Тем более она в составе своем имеет коллаген. А коллаген – это у нас что? Белок молодости, увлажнения и красоты. И сейчас эта шикарная новинка будет украшать наше лицо и ухаживать за ним, дополнительно увлажняя. И последние две новиночки я взяла посмотреть, показать. Это носочки. Носочки из хлопка. Очень интересная упаковка стала у них. Посмотрите, даже просто если подарить, это уже здорово. Да? Вот так красиво упаковано, действительно. Одна пара носки в рубчик. 87 хлопок. А нет, 67. Нет, 87 хлопок, 10 нейлон и 3 эластан. Итого получается 100. И давайте посмотрим, что же это у нас за носочки. Такая плотненькая резиночка у них идет. А, и вот они как интересно. Видите, на середине подошвы тоже идет рубчик. Идет резинка в рубчик и идет серединка подошвы. Угу. Вот он, рубчик. Такой, знаете, массажный эффект имеет. За счет резинки как бы подтягивает, стягивает. Но мне очень нравятся интересные носочки хлопковые. Это с длинным голяшкой. Теперь посмотрим укороченные носочки. Они бамбуковые. У меня пудра тут налетела. И тоже упаковка, стандартная упаковка у нас хорошая. Три пары в одной упаковочке. Идет вот таких цветов. И давайте же ее откроем и посмотрим. Хитрая упаковка. Так. И смотрим носочки. Укороченные носочки. Летние. Такого мятного цвета. Что у нас здесь? А такой же состав. Я думаю, что полностью такой же состав. Ну да, 68, теперь только бамбук. Если здесь был хлопок, то здесь бамбук. 20 нейлон и 3 эластан.
бамбуковые носочки. Кто не любит хлопок, а любит тонкий дышащий бамбук, то вот как раз такие носочки, укороченные из бамбука, можно себе приобрести. Давайте все цвета я и покажу, которые идут в комплекте. Это у нас идет нежно-сиреневый цвет бамбуковый, а это идет, ну, я бы сказала, цвет марсала, наверное, что-то такое. Вот. И вишневый, не вишневый, но вот какой-то такой из красных. Здесь вот у меня в руке я, естественно, вижу естественным цветом. Они более темные, подвишневые. А вам сейчас, я смотрю на камеру, они передают как яркую фуксию, такие малиновые. На самом деле нет, они потемнее. Вот. А эти как передаются? Да, и эти более с красна, они маленечко приглушеннее. Но вот они более реально выглядят. Все-таки яркие вот такие красные цвета тяжело камерой передать. Они потемнее, не такие яркие, не фуксии, не бойтесь. Все, это был мой обзор на новинки, на часть новинок. Это действительно часть новинок, малая часть новинок, которая будет представлена у нас в каталоге номер 6. Уже скоро-скоро. И здесь-то как раз очень много. Лак. Слушайте, я открыла и вспомнила про лак. Я же еще и гель-лак взяла. Сейчас покажу. Слушайте, чуть не забыла, простите. Вышла же новинка. Это гель-лак для ногтей. Экстра-стрей-гель. Для тех, кто любит гель-лак, у меня он как раз-таки на руках, один из оттенков, и оттенок это розовый помпадур у меня 71075. Сейчас мы его и посмотрим. 71 0 70 0 55, вот он, видите, вот так он выглядит. Широкая кисть, очень удобно, быстро наносится, быстро сохнет, несмотря на то, что это гель-лак, но он очень быстро сохнет. А еще один оттенок у меня 71085. 71085. Есть такой? Или я что-то не то вижу? Так, 71085 написано. Ой, еще и не увидела. 71065. А это 065, это розовый жемчуг. Вот он, посмотрите, какой красивый. Он еще и переливается. Ай, какой красивый цвет. Шикарный. Шикарный цвет. И это вот этот 71065. Меленькие буковки, тут прям совсем не увидеть их. Это два оттенка. А посмотрите, какие интересные цвета, да, и они все разделены по 4, и гамма, парижский шик, нежный нюд, выход в свет, названия такие, драгоценности, и слушайте, их между собой можно комбинировать, смело комбинировать, они все сюда подходят, друг другу, абсолютно любой брать и комбинировать. Вот я чуть не забыла еще-то про одну новинку, ничего себе, про гель-лак-то я и забыла. Очень много новинок, и зонты, и сумки у нас здесь. Здесь будут уже в каталоге. Но вот я говорю, очень быстро разбирают новинки, поэтому все, что есть, все, что смогла, я успела купить. Все. Надеюсь, вам был обзор полезен. Интересно посмотреть, как в реальности выглядят продукты, а не на картинке в каталоге. Покупайте, пользуйтесь высококачественной продукцией по доступной, приятной, привлекательной цене. До новых встреч. Пока-пока.